Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Horizon Zero Dawn, или Horizon Zero Dawn. Что? Dawn — это ж рассвет, Zero — нулевой, горизонт — нулевой, рассвет. В общем, непонятно, как игруха переводится. Так, в общем, мы топим суды. Если вдруг кто-то забыл, да, мы топим суды. Только зачем мы суды топим? Забыл я, зачем мы суды топим. Ну, зачем-то топим. А, подожди, стой. Я ж тут на бандосов нарвался, да? Я хотел с ними разобраться. Чисто по-пацански хотел с ними разобраться. Потому что я их там в прошлой же части поперемочил всех. А они вдруг почему-то оказались живыми. Блин, а почему потемнело-то? Я же это... Ночь, что ли, наступила? Почему стемнело-то, я так и не понял. Заметили. Блин, я же вроде с вами днем дрался. Почему ночь-то с настала? Чё за фигня? Стой, подожди, а...
ты, блин, это... Их чё, блин, ремонтируешь, что ли, или чё? А чё они такие живые-то становятся? Как они вот так вот ремонтируются? Точно, ты был прав. Ты был прав. Еще, конечно, так, давай-ка мы хильнемся. Слушай, прав оказался он. Не сказал бы мне выходить, я бы так и сидел. Сидел бы, да сидел бы. Так, ты сейчас тоже скажешь, что если я выйду? А, да? Да. Точно. Так, ты ближе подойдешь? Мне тебя с лука убивать, что ли? Надеюсь, тебе удалось найти хоть что-то. Хоть что-то? Ну, хер его знает. Вроде обошлось. Мешок и так уже набит. Угу. Все, отстали.
Вот это да. Да мы этих еще сделаем. Фу. Фу-ху-ху. Это всегда пригодится. Еще бы. Потратился же. Кто говорит? Все уже вымокло в этом сне. А вон еще рыскарь есть.
как-то не видно никого. Что там такое? Да я слышу ее. Выяснить, что взорвалось? Отлично. Конечно. Нам. Что тут взрывается? Ого. Развернуть турель. Охереть. Я что, должен ее будем победить? Я должен буду победить эту турель? А, это вот. Скоро этот демон оживет. Еще один истребитель пополнит наше войско. Убить сектантов и истребителя? Охрененно. Ладно. Надо убить, значит, будем убивать. Ладно, один минус. Так, с этой стороны. А сколько сектантов-то здесь. Башкой не крути. Мудила, блядь. Сказал, башкой не крути. Мой визор перестал работать. Я отключил его визор. Дело за тобой. Открывает не все. Тьма все скрывает.
ему хорошо врезала. В принципе, не сильно-то и жесткий оказался, да? Есть. Все. Серьезный противник. Еще бы. Еще бы серьезный. Что это? Сущность жива. Неприемлемо. 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 Сущность жива. Вот оно что, жива сущность, сущность. Это такое было. Это Аид. Было. Аид, эй! Да, да, да. Таинственный это... незнакомец. Ты это оба видел? Она. Молчишь, да? Ну-ну. Я уже ничего не понимаю. Мне нужно пробраться в эту башню. А на ху-ху. Нам в эту башню, ты скажи. Белеет, белеет, белеет. Так, а как мне туда-то вон пробраться? Полированный древний амулет. Амулет. Полированный древний амулет. Так, и чё? Так, а смотрите, завал. Завал. Так, а что именно-то? А, вон там, да, где-то? Где-то вон там надо осмотреть.
попробую тут протиснуться. Ну да. Пишня Лара Крофт. Это та там. Через всякую запинду щемила. Проводится опознание. Опять такая штука. В доступе отказано. Нет. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Соболев. Проходите. Нихера себе. Элизабет Собак. На 355 510 дней опаздывайте на встречу с мистером Паром. А, да? Поднимитесь на 35 этаж. Стоп. 350 тысяч? Это же сотни лет. Что за дела? Ну, если быть точным, это тысяча. Это тысяча лет, блядь. А не сотни. Триста пятьдесят пять тысяч дней. Это на тысячу лет. То есть, подожди, предтечи, если на тысячу лет она опаздывает, а там был 2060-й, это значит, мы сейчас в 3060 году находимся, да? Наконец-то примерный возраст установил. Так, а тут то есть нечего. Здесь нечего взять, что ли, да? Нет, вот можно. На запись какую-то. Это многофазовые запутанные колебательные сигналы. Квантовое шифрование черный кварц. Намного сложнее армейских разработок. Ты поставил задачу. Мы ее выполнили. Написали код, сможете и взломать. Нам нужно найти лазейку. Загрузи пакет обновлений и реши проблему. Ты же сам нам сказал, Тед. В коде не должно быть никаких бэкдоров. Все протоколы по стандарту черный кварц. Твои слова. Слушай, если нужно набросать прогноз, это мы можем сделать. Да не нужны мне прогнозы. Мне нужно кровь из носу восстановить контроль над Роем Хартс Тимор. Что тебе сказать, Тед? Это невозможно. Коды. У них были какие-то коды, чтобы управлять машинами. Но они потеряли контроль. Нехорошо. Очень нехорошо. Просто херово. Ой, как херово. Или, точнее, его статуя. Машина, созданная для убийств. И они ее почитали? Автоматизированные системы Фара. Что это за место? Что они здесь делали? Это была корпорация. Группа людей, что-то вроде... Да, дороже 11 марта 2020 года. Она только в этом году родилась. В год, когда коронавирус. Поняли? Интересно. Племени. Они создавали машины. Продолжай.
Я загрузил в твой визор несколько файлов. Они помогут тебе во всем разобраться. Так, в общем, ребят, кому, блин, где это-то-то-то? Файлы, где тут файлы эти? Да, вот, отделение корпорации. Если кому интересно, там на паузу поставьте, прочитайте, что там такое пишут, да? История АСФ. Тед Фарго 24 декабря 2013 года. То есть сейчас ему 6 лет еще, да? Я понимаю, такая смена курса вызывает вопросы. Мы же автоматизированные системы Фаро. Фаро. Мой лидер в робототехнике. Точно. С чего бы нам переключаться на изготовление управляемых машин и оружейных систем? Это же прошлый век. Все, что я могу пока вам сказать. Верьте, перед нами открылось новое перспективное направление роста, и нам потребуется реорганизовать производство. Так что в течение 6 часов я жду от вас корректированные прогнозы по мощности на всех линиях. Так они создавали машины, но потом передумали и стали делать разные виды оружия. Почему? Деньги. Подожди, мне сейчас что, на 35 этаж надо будет пешком херачить? Это, конечно, прикольно. Не, ну это, конечно, прикольно. Воздух ничем не пахнет. Даже гнилью. Это неестественно. Ёпты, так какая тут гниль-то может быть? Тут все заморожено, блин. Тут тоже завал. Но можно пролезть. Жалоба. Все заморожено, холод. Какая там гниль может быть? Подожди, а мне что, надо было вниз упасть, да? Мне, наверное, вниз надо было упасть, а я зачем-то взял и спрыгнул. Скорее всего, да? Вроде здесь можно вскарабкаться. И что? А, здесь тоже, да? Давай. Холодно, что ли? Ой. Блин, интересно, капец. Интересно. Так, Элой, нам куда? Здесь какая-то. Что здесь маяковало-то? Ну ладно, давай. Спустим. Я думаю, здесь можно будет забраться обратно наверх. Стой, подожди, вот.
Не, ну наверх-то мы здесь можем забраться, конечно. Потом-то нам куды? А? Элла. Эллочка. Нам потом куды? Стой, подожди, надо. А, вот так, да? Стой. Нам же надо как-то вон туда, да, перебраться? А, вот так, да? Сейчас ты будешь прыгать кузнечиком. Оп. А. Стоямба. Да там руки все отморозить можно. Получилось. Не, ну это не прикольно. На 35 этаж. На 35 этаж пешком херачить. А хотя, ну, блядь. За 1000 лет-то тут какие лифты-то могут быть вообще, да? Все заморожено к херам собачьим. Охереть. Люди разозлились на Фару, на корпорацию. Они их в чем-то обвиняли. В чем-то очень плохом. Почему до сих пор эти голограммы работают? Вот это непонятно. Тогда мне придется что-то выбросить. Десятое. Охереть тут. А что мы тут не взяли? Древесник. Ладно, древесник, оставайся. Оставайся, древесник, оставайся. Я думал, что-нибудь покажет, воспроизведет. А он... Хрена, да? Ну ладно. Не хочешь ничего показывать, как хочешь, как. Хотя пожик, может к нему подойти надо было. Модель FSP-5 Хобиш представляет собой универсальную боевую платформу. Метаматериалы обеспечивают идеальную амортизацию при стрельбе. Так что вы можете установить на него. Модель РБО-7 Core. Представьте себе полноценную боевую экосистему под управлением быстро обучающейся машинной сети. Если вам нужно восполнить потери или же укрепить текущий состав сил, производственные мощности Кора избавят вас от необходимости ждать следующей поставки вооружения. Просто скорректируйте параметры ударной группы, и Кор выполнит сборку дополнительных аппаратов, которые вы сможете оплатить в индивидуальном порядке. Между тем, системы переработки биомассы на прочих моделях линейки колесника позволяют им заправлять и ремонтировать Гора, за счет чего он способен функционировать дольше любой другой платформы класса Титан. Вот преимущество Гора. Он всегда в рабочем состоянии, всегда наготове. Будущее автоматизированных боевых систем уже наступило. Железный бес. Прикольно. Значит, это тоже машины Фара. Производственные мощности. То есть они могут делать... Модель АСА-3 Скоробей сочетает в себе обычное оружие и средства ведения информационной войны. Это высокоскоростной вездеходный аппарат. С самым высоким рейтингом выживаемости среди автономных агентов класса «Разведчик». Может, дело в аварийной системе переработки биомассы, благодаря которой Скоробей всегда возвращается на базу. Даже в случае нехватки топлива. Или же в его способности подключать вражеских роботов к своей сети, что повышает его боевые возможности.
Прибавьте к этому манипулятор, способный выполнять целый ряд функций. Начиная со сдерживания толпы нелетальными методами и заканчивая ремонтом мелких деталей в моделях линейки колесниц. И получите идеальный аппарат миротворческого контингента. Захватчик. Подключать вражеских роботов к своей сети. Давай-ка кажется, вот про это. Как он заражает машины. Вот это послушаем. Модель FSP-5 Хопиш представляет собой универсальную боевую платформу. Бычара, что ли, это? Метаматериалы обеспечивают идеальную амортизацию при стрельбе. Так что вы можете установить на него любой вид оружия в соответствии с бюджетом и боевой задачей. Патентованная система переработки биомассы увеличит рабочий цикл с минимальным ущербом для экологии. Что за биомасса? Многолинейная система обработки цели позволит одновременно проводить анализ угрозы и правовой анализ действий при автономном функционировании. А при подключении к нейронной сети Роя возможно и неограниченное применение силы. Короче, если вам нужно задействовать крупный калибр, ваш выбор Хопиш. Истребитель. Универсальная боевая платформа. Вот оно вот что. Хопиш действительно. Хопиш. Это у вас он истребитель, а у тех он Хопиш. Так, а здесь что? А это я отсюда пришел, да? А у тех он. Наверх. Что от него осталось? Чем сейчас 35 этажей будем херачить? А нет, это. Давай чик. Ну ладно, хоть не каждый этаж исследовать, хоть так. Сократили путь маленько. Предстоит долгий подъем по обледенелому металлу. Тяжело с вами, доктор Собек. Ну, как бы это ты хочешь. Не нашли, за что уцепиться. Узнать. Значит, как они тут вообще растут, блядь? Тут холодрыга такая. Стой. Если здесь что-то есть, то... Ах ты ж, сучка, замерзаешь, да? Сучка ж ты крашеная. А что здесь-то, блядь, вот? Забудь про холод. Думай о теплом солнышке. Ага. Думай. Оно тебя охеренно согреет. С того, что они начали несанкционированные боевые действия против роботов и человеческого персонала на энергокомбинате Хардстимор. Я бы рад был сообщить вам, что степень угрозы преувеличена, но... Увы, нет. Миротворцы не среагировали на коды отключения, и, по нашим данным, они приступили к стремительному воспроизводству. Я могу заверить вас, заверить со всей искренностью, что я уже направил все имеющиеся у нас ресурсы на поиски скорейшего решения проблемы. Так что, когда нас станут порицать, нашу компанию в ближайшие дни, может, недели, знайте, мы это переживем. Все это забудется. Миротворцы? Так эти машины назывались? Их удел война, а не мир. Блин, красота-то какая прям. Охеренная, красиво тоже. Графоний. Офигеть. Чё, мы здесь можем залезть, да? И чё? Стой, ну. Я лечу. Ой, только не надо, блядь. Сейчас лечу. Сейчас улетим с тобой куда-нибудь нахер. Пиндец куда-нибудь. Куда-нибудь улетим сейчас, ебать, Элла. Или как там тебя, Элли? Стой, не падай только, не падай никуда, ладно? Давай, аккуратно. Сейчас мы как пизданемся отсюда. Вот будет нам полет. Не, ну там же этот вон есть где-то. А, стой, ёптать.
Блин, а что с той стороны было, интересно? О! Чё? Ещё не замёрзло? Тогда мне придётся что-то оставить. Оставить, думаешь? Давай согре... А, это... Голограмма, да? Стоп, подожди, я здесь. А, ну это, по-моему, просто вот... Здесь, да? Ну. Машина начала грызть манговую рощу. Отлично, так. Пошли. А что поделать, Элла? Эллой, надо нам... Нам же надо узнать. Стопэ. Стопули. Стопули в Барнауле. Этого мне надолго хватит. Не, ну так-то 1000 лет, да, прошла уже тут прям. Тут уже прям пиндос пиндосный просто. Все должно развалиться к херам. Что ты все, блядь? Сука, ты вообще можешь в кашу замерзнуть? Или как? Вообще в сосульку превратиться можешь или нет? Мне просто интересно. Ну, хер ли, надо до конца уже идти, а что тут? Что мы тут? Что-то ты все замерзаешь и замерзаешь, да, я смотрю? Ну как бы тут нету какого-то показателя, что она замерзает, там еще что-то. Просто она так себя ведет, что ей холодно. В смысле, дождь? Идет дождь? Или мне показалось? Бля, почему ты перепрыгнуть не можешь? Чё тебе обязательно цепляться-то надо? Руки и так уже замерзли, она все еще пытается цепляться за что-то, блин. Слушай, мы на каком этаже-то уже? А? Костяк дельфинов, биомасса. Короче, все живые организмы. Это биомасса получается. Ясно. В принципе, люди это тоже биомасса. Понятно тогда, что они на людей нападают. Было бы только за что ухватиться. Да есть за что ухватиться, не тренди. Охренеть. Ну что ж, я на месте. Почти как в Фоллауте. Небоскреб там есть раздолбленный, раздроченный. Так, это мы потом на обратном пути спустимся. Там забраться, если что, сможем. Не хочу потом спускаться, если что, просто протонусь нахер отсюда.
Полезли. Нам еще выше, что ли, да? Ух. Нужно было взять телегу. Телегу? То есть мы еще с телегой должны были здесь карабкаться, да? Вообще было бы супер. Кто все эти ухваты делал? Просто интересно тогда. Кто-то же их сделал. Это значит, как минимум, тот человек, который сюда забирался. А, все отсюда. Отсюда на веревке, да? И что? Еще один топливный элемент. Топливный элемент. Он поможет мне добраться до тех древних доспехов. Ох ты ж, блин. Я столько машин поперебил, надеясь найти топливный элемент. А он просто вот здесь и был, да? Охрененно. А, вот, я чуть не свалил отсюда. Так, ну а вниз по веревке. Подожди, я по веревке-то куда спущусь, интересно? Ну, я надеюсь, не на самую землю я спущусь. Я надеюсь, просто там. Элла, ты. Ты что, в самый низ? А, не, фу, хорошо. Пошли информацию искать о докторе Собек. Блин, надо было сальто сделать. Вот так вот. Опа! Ха. Все данные на этом устройстве были стерты. Задействовать привилегии Альфа, чтобы восстановить удаленные данные? Конечно. О, да, непременно. Так, ну что, ты восстановила файл? А, вот он, да. Элизабет, рад тебе. Сколько лет? А юристы где, Тед? Зачем? Я уже отозвал все 18 исков. Ну что, ты убедилась? Хорошо, я заинтригована. Может, закажем сюда обед? Ну, пообщаемся. Я тебя знаю. Ты где-то напортачил по-крупному, иначе не стал бы выплясывать на задних лапках. Давай, выкладывай. Есть сбои у колесниц. У роботов-убийц? У миротворцев, да. Так отключи их. Да отключили бы, если бы могли. Они не отвечают. Ты хочешь сказать, от тебя сбежал Рой? Все еще хуже. Показывай данные. Ладно, я пообедаю. Одна. Ты все. Я пригласил сюда Элизабет Собек, и они друг друга терпеть не могли. Еще один файл восстановлен. Это не сбой. Это катастрофа. Я в курсе. Все плохо. Плохо? Боже, Лиз. Плохо, Тед? Нет. Это апокалипсис. Ты создал роботов-убийц. Миротворцев. Они делают топливо из биомассы. В экстренных случаях. Ты дал им способность к воспроизводству. Да, подконтрольному и ограниченному. Уже нет. Сбой нарушил командную цепь. Теперь этот рой подчиняется лишь самому себе. Ты думаешь, я... Все остальное для них пища. И такими темпами они не оставят на Земле ничего живого за 15 месяцев. Охереть. Это цивилизации. Это глобальное вымирание. Да понимаю 15 я. Месяцев. Как им помешать, пока все еще под контролем? Не под контролем, очнись!
Ты понимаешь, о чем я? Ну да. Пока все об этом не узнали. Лис, я сделаю все, что ты скажешь. Ну, придумай что-нибудь. Я согласен на все. Запомни свои слова, Тед. Роботы Фара угрожали всему живому. Но она их как-то победила. Мир Предтеч пал, но жизнь уцелела. Иначе нас бы здесь не было. Последний файл восстановлен. Новый рассвет. Боже, Лис. Нет другого выхода. Новый рассвет. Был бы способ поизящнее, я бы тебе сказала. Ну, Зира Даун. Нулевой рассвет, да? Начало. Я просил тебя найти лекарство. Оно будет гораздо хуже болезни. Нет, Тед. Какое есть, это наш последний шанс. Подписывай документ. Нет, я не могу подписать. Ты можешь. Как? Лис, я не могу подписать подобное. У тебя есть выбор? Знаю. Значит так, я сейчас лечу на базу командования роботами США. Через 15 минут встреча с генералом Хэрисом и командованием. Что? Ты с ума сошла? Так что выбирай, что мне сказать им. Либо, что богатейшая корпорация на планете готова финансировать строительство нового рассвета. Согласно моему проекту. Либо и они, и вся планета сейчас узнает, из-за кого на самом деле произошел этот сбой. Господи, Лис. Незачем мне угрожать. Ладно. Не расстраивайся, Тед. Ты ведь теперь будешь заниматься любимым делом. Платить другим, чтобы они вкалывали за тебя. Я не хотел. Что было такого ужасного в ее плане? Как она сумела остановить роботов? О, наконец-то открылось. Это ерунда какая-то. Собек не могла быть моей матерью, она жила давным-давно. Все бестолку, я ничего не выяснила. И это твоя реакция на все, что ты узнала? Хныкать, как капризный ребенок? Да она и есть ребенок. А ты попробуй мне то же самое в лицо сказать. Ну хорошо. Неужели ты не осознаешь монументально сделанного тобой открытия? Я ждал от тебя большего. Ну, лицо у тебя есть. А имя прилагается? Из всех вопросов, которые ты могла задать, ты выбираешь этот? Я потратил десятилетия, исследуя руины Предтеч и пытаясь разгадать тайну их гибели. Долгие годы я подозревал, что их мир уничтожили роботы Фаро, но не знал наверняка. За минуты тебе удалось узнать больше, чем мне за всю жизнь. И что у тебя на уме? Мое имя? Сайленс. Вот мое имя. А теперь попробуй задать мне другой вопрос. Не такой тривиальный. Раз ты такой умный, почему так мало знаешь? Ты же полжизни провел, ковыряясь в земле. Не моя вина, что ты неумеха. Я пришла к этим руинам в поисках Элизабет Собек. Не из-за того, что она сделала столетия назад, а потому что сейчас на меня идет охота. Сейчас! Меня эта твоя чушь уже достала. Что ж, поздравляю. Сначала ты просто хныкал, а теперь закатываешь истерику. Уверен, Элизабет тобой бы гордилась. Возьми себя в руки и начни рассуждать здраво. Только тогда ты сможешь осознать величину своих проблем. Что ты пытаешься мне сказать? Ты искала правду о себе, а нашла целую гроздь тайн. У них общая нить, твоя связь с Элизабет Собек. Но что это за связь? Она не могла быть моей матерью, раз жила сотни лет назад. Пока нам это неизвестно. Единственный способ узнать — идти дальше, делать новые открытия. Благодаря тебе
Мы узнали, что когда-то роботы Фара чуть не уничтожили все живое. Но этого не случилось. Цивилизация Предтечь была уничтожена, но жизнь уцелела. Очевидно. Итак, что же она сделала? Как она остановила роботов, пока не стало слишком поздно? Что такое новый рассвет? Вот это верный вопрос. Ну? Скажи, ты готова это выяснить? Конечно. Тогда чего ты ждешь? Не так быстро, Сайленс. Мы с тобой не договорили. Я сказал достаточно. Если еще есть вопросы, задавай быстрее, не трать мое время. Есть ли хоть какой-то шанс, что Элизабет Собек до сих пор жива? Маловероятно, но возможно. В древних архивах упоминались методы продления жизненного цикла. Фармакологические, это слово значит лекарство. Но также были эксперименты с заморозкой и разморозкой людей. Заморозкой и разморозкой? Это называлось криогеника. У них не получалось. Учитывая выдающийся интеллект Элизабет, нельзя исключать возможность, что она нашла способ побороть смерть. Но это лишь домыслы. Мы тратим время. Хватит болтать, иди уже. О, нет. Я только начала. Ты здорово устроился на моем горбу. Сам не рискуешь, а я рискую всем. Вот сниму с себя эту штуку, и ты будешь слепой и глухой. Так что уж будь добр, отвечай на вопросы. Хорошо. Спрашивай. Ты следил за мной через мой визор. Как это возможно? Визоры испускают сигнал, голос, который слышат только другие визоры. Я знаю, как связать эти голоса, как сделать, чтобы визоры слышали друг друга на больших расстояниях. Где ты этому научился? На это ушли годы экспериментов. Это похоже на то, как ты подчиняешь себе машины. Я подчиняю визоры. И в визоры затмения можешь заглянуть? Как правило. Только вот вклиниться в их соединение непросто. Кто ты такой, Сайленс? И чего добиваешься? Тебя так волнуют эти подробности? Я одинокий странник, что покинул племя много лет назад. Исследователь запретных мест, искатель знаний. Все, как я и сказал. Откуда тебе столько известно о затмении? Мне вообще много о чем известно. Если ты спрашиваешь, не служу ли я им или кому-то другому, нет. Я никому не подчиняюсь. Ты говоришь, ты и раньше знал, что цивилизацию Предтечь уничтожили боевые машины. Все на это указывало. Но прежде... Я не знал, что угроза их так велика, что они перерабатывали биомассу в топливо, или что Гор мог производить новых роботов, как ходячий котел. Но те роботы, что мы видели, захватчики и истребители, они такого не умеют. Пока не умеют. Не попадалось неповрежденных экземпляров. Так что кто знает, на что они правда способны. Насколько я поняла... Затмение выполняет приказ. Убить меня хочет Аид. Кто он? Не знаю. Они зовут его Погребенной Тенью. Какой-то бес. То создание, что со мной говорило, из-за которого взорвался визор. Это Аид? Это был не человек и не машина. Скорее призрак. С жутким голосом. Он хочет твоей смерти. Из-за моей связи с Элизабет. Наверняка. Руками затмения Аид хочет воскресить роботов. Но раз Элизабет нашла способ остановить их, может, создала оружие.
Аид боится, что смогу и я? В тех древних данных, что я нашел, упоминалось о разработке некого супероружия. Может, чтобы сдержать роботов, предтечам пришлось уничтожить свою цивилизацию. Элизабет говорила, что направляется на некую базу командования роботами, рассказать о новом рассвете. Есть такое место, руины. Азирам зовут его Кладом Смерти. Клад Смерти? Весело. Ищи его в восточных горах. Он погребен под тушей Железного Беса или модели РБО-7 Гор, как мы выяснили. Я свяжусь с тобой там. Жду не дождусь. Надеюсь, когда мы встретимся, окей, будешь вести себя повежливее. Так, подожди, но мне же надо было сюда, да? По крайней мере, спуск займет куда меньше времени, чем подъем. Теперь мне надо найти базу. Клад Смерти. У меня 5 очков есть. Ловушки, растяжки. Окей. Хорошо. Командование роботами США. Как ты руки себе не этовала? А, обожгла что ли или замерзла? С 35-го этажа на веревке спуститься. Снегопад заканчивается. Нужно попрыгать, погреться. Угу. Так, может, мы тут еще что пропустили? А? Может, тут есть еще что? Где-то. Хотя, наверное, все, мы уже на улице, да? Хочу в эту попасть. Так. Вот сюда я хочу попасть. Сумка для ресурсов забита. Давай сгоняем, посмотрим, что там за броня.
Охереть. Хорошо, что я это, кстати, затею оставил с убийством животных, чтобы топливный элемент найти. Это было проще. Где-то есть подсказка? Подсказка? Ну, вот по Фарго. 1200-1500. По нулям, да? 1800. Надо поискать здесь какую-то подсказку. Понять, как это кажется предтечи, таким образом определяли время. Вот они. Первые головоломки. Время. Еще и киборг какой-то там. Или подожди, это броня? То есть, подожди, я вот за вот этой штукой или я иду? Охереть, я ж терминатором стану просто, пиздец, блядь. А, подожди, вот, SL. Вот что-то здесь нарисовано. Чё-то хер пойми, что там тикает. У каждой стрелки 4 положения. Ну. Вот эти две не двигаются, значит, они зафиксировались, что ли? Или нет? А, нет, они двигаются, это. Ты пусть так останешься. Я хуй знает как. Ну, понятно, правильно, Элла. Как? Правильно-то это как? Пять комбинаций. Фу. Защищенный портблок содержит информацию о настройках, необходимых для отпирания близлежащих замков. И как? Стой, может мне... Ну, ты как-то неактивный. 1200, 1500. И что это значит? 1800, 200. Ну, я тут не понимаю. Это 1200... А, подожди, это не 1200, это время. Ёп, только с какого времени оно начинается? Откуда? 12.00. Ну, допустим, вот здесь вот 15.00. Потом вот здесь вот. Ну, вот это по-любому правильно будет, потому что она будет по центру. И 21.00. А это типа на 12, да? Ну, на, по нолям. И... нет. Так, ну смотри, допустим... Ну, даже если это 12, то... Вот это вот тогда... Вот это вот тогда 15. Сюда это будет 15. Ну, если оттуда, оттуда, например, отсчет, да? То есть 15.
Так, вот здесь 21. Все, все. Отлично. Вот эти зажимы удерживают броню на месте. Надо как-то включить механизм и снять эти зажимы. Нет, подожди, а почему-то нет. Так, для чего нет места? Как теперь переживем? Теперь нужно вставить эти топливные элементы. Что, блять? Добыть топливные элементы? Мало того, что только сейчас еще три топливных элемента добыть. Ахи, я-то думал, я сейчас броню уже получу, да? Где я, блядь, вам найду три топливных элемента? Охереть, ничего себе. Элочка-то будет имбой. Так, а я отсюда вытащить их не могу, интересно. А, извлечь. Хер в нос, да? Да уж. Фух. Отлично. Просто отлично, да? Охеренно. Я такой обрадовался, сейчас такой думаю, найду топливные элементы, там, оля-ля. А тебе Биба. А тебе Биба. Биба к носу. Ну, точнее, броню, думаю, сейчас вытащу, буду имбой. Хер-то там. Хер-то там. Понятно, хер-то там. Так, ну ладно. Тогда на этом все на сегодня. Спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч.